Всем привет! На канале Рецепты Вредина мы приготовим салат «Символ года». Из пластика вареной колбасы сделаем нос, ушки и хвостик. Возьмем круг подходящего размера. У меня он около 5 сантиметров в диаметре. Вырезали круг. Сделаем дырочки у носа, у пятачка. Как настоящий. Сделаем небольшой хвостик. Вот так весело будет махать он нам. И вырезаем ушки. Вот все легко и просто. Нарезаем колбасу небольшими кубиками. Огурец также нарезаем кубиками. В общем-то, для этого салата начинку вы можете сделать абсолютно любую. Но в моем салате вы увидите изюминку. Яйца отварили, почистили и нарезаем. Немножечко добавим соли и перца. Чуть-чуть кукурузы и майонез. И все перемешаем. Для украшения одно киви нарежем тонкими пластиками. Выкладываем салат на тарелку. Плоскую, большую. А вот она, изюминка. Два киви, которые есть в ингредиентах, мы нарезаем крупными кубиками и выкладываем слоем одним. И укрываем остатками салата. Немножечко сформируем руками аккуратно. Делаем веселую желтую хрюшку из кукурузы. Украшаем по низу киви. Кладем пятачок. Глазки. Наши чудесные ушки и, конечно же, хвост. Вот и все. Новогодний салат готов. Обязательно попробуйте салат с изюминкой. Приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.